Ближе к фонарю пошла. Мне сейчас от фонаря ее не видно будет, наверное. Смещается, смещается. Да, да, я и говорю, что как треугольник она. Руки замерзли даже. Ну, видно, явный треугольник. Три огня получается. Она на камере видна. Вон, стала опускаться. Хорошо, что с машины как бы снимать можно так же. Да. Попробуем. А это сам близко. Ну вот ориентир, фонарь, кольцевая, вот она. Кольцо. Движется. Вот максимально. Оп! Видел яркость? Да, 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 да. Фотографируем. Ты какую? Да фотографируется, бесполезно снимать. Я говорю, они у нас. Думаю, что-то другое. Вот что это? Я не знаю. Ну, самолетов я таких не видел ни разу, не знаю. И так резко и приближается, но сближение самолет не пойдет, наверное. Ну нет, конечно. Может, конечно, наши придумали, Путин не зря там про это профинансировал. Не, ну реально, раз красный, присоединение с ним. Это наш ответ на ПРО. Лада Калина. Грант. Подожди, 24. Реально шевелится.